Александр демонстрирует Таолу ладони в форме бабочки. И Ли Цуай, это одно из направлений также внутренних стилей в России и странах СНГ, является золотым призером международного чемпионата Тайдзи Легаси по формальным комплексам и поединкам тунг-шоу. А сейчас демонстрируется практическое применение комплекса. Выбросы внутреннего усилия Фадзин, которые позволяют при минимальных затратах энергии проявлять максимальную мощь воздействия на противника с помощью использования внутренней энергии ЦИ. Вот такое мягкое искусство Ли Цуая.